Здравствуйте! Сейчас рассмотрим, как можно удалить вредоносный вирус, который перенаправляет нас на какие-то рекламные сайты и открывает новую вкладку при запуске браузера, которую мы не ставили и ничего не изменяли в настройках его. Значит, где-то подцепили этот вирус при установке программ или на других сайтах побывали. В основном я пользуюсь браузером Google Chrome. Давайте посмотрим, как это выглядит. Запускаю браузер, и сразу открываются две вкладки, перенаправляя на рекламу, которая меня не интересует. Даже одна из них вредоносная, как видно. Закрываю браузер, и сейчас буду удалять этот вирус. Сперва я прошел с очисткой куки, менял стартовую страницу браузера, но эффекта от этого не увидел. Можно и антивирусом просканировать, но не всегда это удачно завершится. Давайте приступим к более легкой и надежной чистке ненужных и вредоносных файлов. Эти ранее установленные вредоносные файлы подменяют основные ярлыки браузера. Заходим в «Пуск», открываем панель управления, параметры папок, далее «Вид», опускаемся ниже и нажимаем «Показывать скрытые файлы и папки». Применить. Окей. Закрываем, и если есть скрытые ярлыки, то они должны бледно отобразиться на главной панели компьютера. Я их поудалял. Мне необходимо найти место расположения этого вируса. При открытии браузера мы смотрим на всплывающем окне название этого сайта. Это hi.ru. На основной браузер правой клавишей мышки выделяем свойство. В рамке объект выделяем hi.ru и нажимаем расположение файла. И эти файлы удаляем. Заодно и удаляю и эту папку. После этого удаляем и скрытые ярлыки. Давайте проверим, как сейчас откроется браузер. Как видим, все эти вредоносные сайты теперь не открываются. Их просто нечем открыть. После этого можно зайти в настройки браузера и прописать все необходимые параметры при открытии браузера. Кто желает получать известия о добавленных мною новых, интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Просьба для тех, кто не новичок. Будем вежливы в своих комментариях и поступках, которые мы часто проявляем неблагодарно. Всем желаю зеленой дороги на просторах интернета. До новых встреч на моем канале. До свидания.